Дамы и господа, дорогие друзья, мы переходим к награждению 10-го заключительного поединка этого вечера. Весовая категория до 84 килограммов. Для награждения победителя на ринг приглашается президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Победителем в этой весовой категории становится Вячеслав Василевский. Приветствие предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Дорогие друзья, дамы и господа, мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства, разнообразную ударную технику, замечательную борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, что они нам показали, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость. Спасибо им большое. Давайте их еще раз поприветствуем. Я хочу сказать большое спасибо и нашим ребятам, и нашим друзьям из разных стран мира. Они приехали за 3-9 земель, за 1000 километров, чтобы здесь продемонстрировать нам свое мастерство. Это одна семья. Мы всех вас любим. Мы ждем вас всех в гости и надеемся, разумеется, всегда на победу наших. Особые слова благодарности организаторам. Спасибо им за то, что они сочетают спорт с любовью к нашей родине, к России. Всех вас поздравляю с блестящими поединками и победителей, и ваших партнеров. Спасибо вам. Дерзость. Спасибо им большое. Давайте их еще раз поприветствуем. Я хочу сказать большое спасибо и нашим ребятам, и нашим друзьям из разных стран мира. Они приехали за 3-9 земель, за 1000 километров, чтобы здесь продемонстрировать нам свое мастерство. Это одна семья. Мы всех вас любим. Мы ждем вас всех в гости и надеемся, разумеется, всегда на победу наших. Дорогие друзья, дамы и господа, мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства. Разнообразную ударную технику, замечательную борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, что они нам показали, они продемонстрировали мужество, характер.
для приветствия предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Дамы и господа, дорогие друзья, мы переходим к награждению 10-го заключительного поединка этого вечера. Весовая категория до 84 килограммов. Для награждения победителя на ринг приглашается президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Победителем в этой весовой категории становится Вячеслав Василевский.